Здравствуйте, в эфире канала «Россия». Итоговая информационная программа «События недели». Глава республики Рашид Тимрезов на этой неделе провел рабочее совещание по вопросу газификации населенных пунктов Карачаево-Черкесии и реализации программы, инициированной «Единой Россией» и поддержанной президентом страны по социальной догазификации. В совещании приняли участие председатель парламента Александр Иванов, вице-премьер Евгений Поляков и гендиректор «Газпром» Межрегионгаз Черкесск Олег Дергачев. Всего по социальной догазификации принято 3610 заявок, из которых 1543 домовладения уже подключены. Созданы технические условия для газификации еще около 3500 домов. При этом для граждан бесплатно не только подведение газовых труб к границе участка, но и благодаря поддержке из бюджета республики газ подведут бесплатно непосредственно к домовладению. В этом году в 4 населенных пунктах планируется построить и ввести в эксплуатацию более 25 километров разводящих сетей. Будет выполнено проектирование межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов Урупского района. Одна из важнейших задач – строительство магистрального газопровода в Учкуланское ущелье. Подробно рассмотрели и Тибердинское направление. Здесь будут построены распределительные сети, что позволит начать работу по социальной догазификации. Заявки от населения уже принимаются. В Карачаево-Черкесии с рабочей поездкой побывал генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко. В формате двусторонней встречи стороны обсудили итоги развития электросетевого комплекса региона в 2022 году и планы на текущий. Компания «Россети» реализует в республике сразу несколько ремонтных и инвестиционных программ. Карачаево-Черкесия, в свою очередь, полностью выполняет обязательства по платежам. На встрече отметили, что такой уровень взаимодействия необходимо сохранить и вместе прорабатывать новые решения по развитию электросетевого комплекса региона. Рашид Тимрезов поблагодарил руководителя команду ПАО «Россети Северный Кавказ». Затем в Доме правительства прошло и совещание с участием главы республики и руководителя компании «Россети Северный Кавказ». Вопросы, предложения и перспективы развития электросетевого комплекса Карачаево-Черкесии стали основанием для рабочей встречи. Альбина Ламкова расскажет подробнее. Оценивая работу энергетиков в республике, глава Карачаево-Черкесии подчеркнул положительную динамику. Об этом говорят основные показатели в обеспечении надежности энергоснабжения. Проводится эта работа совместно с местными представителями власти, так как становление промышленного производства, туристического потенциала и инвестиционного климата в нашей республике во многом зависит от качественного надежного энергоснабжения, отметил Рашид Тимрезов. Развитие инвестиционного проекта по замене ветхих сетей продолжается. Последние годы удалось все-таки и наладить основной параметр наших взаимоотношений – это платежную дисциплину. И вот и по вашей информации, и по нашей информации сегодня мы одни из передовиков. Могу сказать, это касается не только платежей за электричество, это касается и платежей у нас и за газ, и за все другие виды коммунальных услуг. Несмотря на те или иные изменения в стране, работа ведется по подписанному протоколу. Заключили его почти 3 года назад. Еще есть ряд вопросов южной подстанции, отметила руководитель региона. Решение поставленных задач требует совместной работы. Практически осенне-зимний период подошел к концу. Был он стабильным, без каких-то глобальных аварийных ситуаций, сказал руководитель компании «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко. Платежная дисциплина на территории Карачаево-Черкесской республики, она на сегодняшний день самая лучшая в регионе. Вот, мы прошлый год закончили, и по группе населения оплата составила 100% за потребленную электроэнергию. Да, то есть как бы вообще основные группы потребителей – это, соответственно, промышленные предприятия, прочие потребители, ну, это, скажем так, предприниматели, то есть как бы все платят на достаточно высоком уровне. Даже говоря о такой проблемной отрасли на Северном Кавказе, как ЖКХ, динамика положительна. Процент оплаты улучшается с каждым годом, отметила Роман Левченко. Еще сказал, что за 2 месяца работы уровень оплаты за электроэнергию увеличился в Карачаево-Черкесии на 5%. Проинформировал о ведении работ в реализации программы снижения потерь. Продолжается установление приборов учета в соответствии с действующим законодательством. Меняют провода в этом году, по этому направлению работа будет проводиться
проводиться в Малокарачаевском районе. Еще планируют организовать в республике энергосервисный контракт. Глава региона озвучил и важную социальную инициативу. Предложил разработать совместную программу по льготам на услуги в сфере электросетевого комплекса для членов семей военнослужащих из республики, выполняющих задачи в зоне СВО. В ответ Роман Левченко сказал о необходимости в создании совместной рабочей группы. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. 27 марта – День войск Национальной гвардии Российской Федерации. Свой официальный праздничный день Управлению Росгвардии России по Карачаево-Черкесии исполнилось 7 лет. Сотрудники территориального органа масштабно его отметили в столичном Доме культуры. С торжественного события репортаж Фатимы Дауровой. До начала официальной церемонии празднования дружное братье региональных печатных СМИ в неформальной дружеской обстановке поздравило сотрудников Росгвардии. Праздничное угощение, традиционную халву подали с лирическими строками собственного сочинения главного редактора газеты «Карачай» Альберта Узденова. «Мы всегда знамя гордо держали, легкой славы себе не просили. Мы стальная броня для державы, мы гвардейцы великой России». Официальная часть мероприятия началась с торжественного вноса знамен почетным караулом войск Национальной гвардии Карачаево-Черкесии и исполнения государственных гимнов страны и республики. Минутой молчания росгвардейцы почтили память сослуживцев, безвременно ушедших из жизни в разные годы при исполнении служебного и боевого долгов. После с приветственными словами поздравления к сотрудникам территориального органа обратился глава республики Рашид Тимрезов. Он отметил, что на протяжении 7 лет военнослужащие и сотрудники управления успешно выполняют задачи, поставленные президентом страны по охране общественной безопасности, быстро и четко реагируют на все вызовы и изменения в обществе. Управление войск Национальной гвардии Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике состоялось во многом, в первую очередь, это благодаря вашему личному профессионализму, вашему служению нашей Родине. Конечно же, здесь большая заслуга и ветеранов, и те, кто стояли у истоков создания нашего управления, первый руководитель Рашид Азретович Салпагаров, Андрей Владимирович Паркоменко достойно принял эту эстафету. И сегодня я считаю, что управление Росгвардии по Карачаево-Черкесии является одной из самых лучших. Глава региона вручил отличившимся в профессии государственные награды по поручению президента России Владимира Путина, а также почетные награды Карачаево-Черкесии. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством первой степени с мечами теперь будет достойно украшать грудь замкомандира специального отряда быстрого реагирования «Клинок». Его сослуживец, заместитель командира ОМОН «Мустанг» управления Росгвардии Карачаево-Черкесии, из рук главы также удостоился аналогичной награды второй степени. Бойцы и командиры подразделения специального назначения достойно представляют интересы Отечества в зоне проведения спецоперации. Конечно, и о доме думаешь, и думаешь обо всех. Бывает даже так, о прожитых годах иногда начинаешь думать, насколько это было серьезно, был сделан выбор в то время, в далекое время. Не жалеем ни на секунду, не жалеем ни в чем. Не то, что я так считаю. Время показало, что мы там оказались в нужное время, мы это делаем правильно, и на сегодняшний день, как бы это ни звучало громко, победа будет за нами. Более 40 сотрудников Управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии были награждены и поощрены различными правительственными и ведомственными наградами, благодарственными письмами и медалями. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом. Фатима Даурова, Мухаммед Ашибока, Вести, Карачаево-Черкесия. Ну а сейчас время рекламы, а после продолжим. Лазерная коррекция зрения. Только современные и безопасные технологии, проверенные опытом и временем в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Лазерная коррекция зрения от 14 тысяч рублей. В Кисловодском цирке с 11 марта шоу «Звездный круиз». Окунитесь в мир космических приключений на борту звездного лайнера 0+. Какие товары выбрать? Выбирайте товары, отмеченные российским знаком качества. Проверено Роскачеством. Покупайте смело.
Государственная телерадиокомпания «Карачаево-Черкесия» приглашает на работу монтажера со знанием программы Adobe Premiere, телеоператора, а также ассистента режиссера. Возможно, обучение. Обращаться по номерам код города 8 878 2 22 04 75, мобильный 8 928 026 12 70 или по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51. Без налогов нет государства. Именно от их поступлений зависит вся жизнедеятельность страны. Только имея необходимые средства в бюджете, государство может качественно исполнять свои обязанности. Защита и социальная поддержка населения, медицинское обеспечение, образование, строительство дорог, школ и больниц, выплаты зарплат, пенсии и пособий. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов. «28 марта – день возрождения балкарского народа. В праздничных мероприятиях в Кабардино-Балкарии приняла участие делегация из Карачаево-Черкесии. Творческие коллективы представили свои лучшие концертные номера жителям и гостям города Тырнаус. На стадионе с самого утра работали различные выставки народных ремесел и промыслов, детские аттракционы. Ну а главным событием праздничного дня стал концерт «Тебе, Балкария, пою» с участием звезд Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Государственный ансамбль танца «Эльбрус», Самур Тикоев, Эльдар Жаникаев, Алим Цепеев, Башир Жашуев, Султан Байкулов, Роберт Качиев, Руслан Качиев, Руслан Мусукаев, Ауэс Зеошев обрадовали зрителей как старинными, так и современными композициями. Это праздник, вот, все народы воспринимают как свой. Вот что это важно и что это хорошо, что все народы воспринимают это как свой праздник. Поэтому сегодня у нас делегация с Карачаево-Черкесии приехали, гости приехали. Ну, вот хотим такой, знаете, большой праздник и для взрослого населения, для детей, чтобы на самом деле вот этот праздник объединил людей всех. Понимаете? Очень важно, когда люди вот так вот собираются, общаются, это и есть и объединение, это и есть, наверное, все-таки понимание людей вообще. И поэтому хочется, на самом деле, учитывая, я уже сказал, что это все воспринимают как праздник, большой праздник. Хочется от имени населения Эльбрусского района, от своего имени поздравить всех жителей района, всех жителей республики. Это общий праздник, поэтому хочу пожелать, не самое спокойное время сейчас, хочу пожелать нашей республике, нашему государству мира, добра и благополучия. Очень рада, что нас пригласили поучаствовать в этом мероприятии. Мы уже зарядились этим духом хорошим, праздничным. Поздравляю балкарский народ с этим замечательным праздником. Дай Бог им теперь только процветание, никаких других вот этих отрицательных моментов в истории. Всему народу Кабардино-Балкарии большой привет от Карачаево-Черкесии. Дай Бог всем удачи, здоровья, процветания. Исполнилось 10 лет с момента создания Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесии. В Доме правительства награды получили те, кто вносит большой вклад в привлечение тысяч туристов в известные курорты и обеспечивает им комфорт и безопасность. Али Баташев подробнее. Спасатели, директора гостиниц и туристических комплексов, экскурсоводы, работники музеев и сферы обслуживания, авторы книг, представители министерств и ведомств, правоохранительных органов, общественных организаций и многие другие. Каждый приглашаемый для вручения награды внес свой вклад в развитие туристической отрасли республики. Среди наград почетные грамоты Президиума Народного собрания Карачаево-Черкесии, а также ведомственные грамоты и благодарственные письма. Я желаю всем присутствующим, конечно же, здоровья, удачи, особенно для сферы туризма. Это я вот желаю высокого сезона, да, и чтобы у вас хватило здоровья выдержать этот сезон и предоставить услуги, которые требуют наши отдыхающие.
За популяризацию туризма и индустрии гостеприимства, оперативное информационное освещение туристической отрасли Карачаева-Черкесии, благодарственное письмо получила и наша телерадиокомпания в лице директора Светланы Казиевой. Туризм является приоритетным направлением социально-экономического развития региона нашего. Ну, мы с вами видим результаты, какие туризм развивается активно, турпоток растет, увеличится доля валового регионального продукта, налоги, создаются рабочие места, что самое главное на сегодняшний день. Цифры говорят сами за себя. Только за прошлый год Архыз стал лидером по туристическому потоку среди курортов СКФО. В этом году курорт отметил знаменательное событие. Общее количество посетителей с момента его открытия достигло 3 миллионов человек. На курорте Домбай в 2023 году планируют построить и реконструировать сети горнолыжных трасс общей протяженностью 17 километров. Их планируют открыть уже к 2024 году. Кроме того, планируется строительство скоростной канатной дороги гондольного типа, апарт-отеля на 96 номеров и кафе-купол на 250 посадочных мест. Завершить работы планируют до конца 2024 года. Министерство открыто для сотрудничества со всеми, кто заинтересован в развитии туризма и повышении качества оказываемых услуг. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Мы будем помнить его героический подвиг. В актовом зале КЧГУ имени Умара Алиева состоялась премьера документального фильма «Крылья», посвященного герою России, генерал-майору авиации Канамату Баташеву. Картина снята командой Государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Кубань-кино». Ярко отразить в своем фильме жизненный путь легендарного летчика удалось авторам. Фильм «Крылья» посмотрел и Алихан Непшуков. Его путь был предначертан с детства. Стать воином, стать героем. Так старшие в родном ауле будут рассказывать о Канамате Баташеве позже. С первых минут документальный фильм о жизни героического летчика, героя России, генерал-майора Канамата Баташева буквально заставляет проникнуться мужественным духом этого храброго воина. Авторы картины со символическим названием «Крылья» раскрыли Канамата Хусеевича как личность, который был настоящим патриотом своей страны и навсегда вписал свое имя в историю России. Его подвиг запал мне душу, и мы задались целью обязательно рассказать о нем нашему российскому зрителю, который ценой собственной жизни совершил подвиг, отметила режиссер кинокартины Ирина Сынкова. Поразило, что когда он отправился в зону специальной военной операции, ему было 62 года. А потом там ему исполнилось 63 года, а через два дня он погиб. Это был осознанный шаг. То есть, получается, человек, рожденный в Советском Союзе, не утратил веру в свое отечество, любил свою родину, любил Россию. А когда отечеству стало грозить опасность, он незамедлительно принял решение отправиться в зону специальной военной операции. Зрители своими глазами увидели становление сельского мальчишки в цельную личность, который прошел долгий путь и стал профессионалом в сфере авиации. Документальный фильм изобилует воспоминаниями его сельчан, друзей и коллег. Первыми зрителями кино стали представители правительства, общественники, гости и жители Карачаевска. От имени главы республики поблагодарил съемочную группу фильма заместитель руководителя администрации главы правительства Карачаева-Черкесии Марат Хубиев и вручил благодарственные письма. Я хочу отметить глубокий смысл данного произведения, данного фильма, как в воспитательном плане, а также в увековечении памяти о наших героях, которые отдали свои жизни за нашу свободу. Зал не мог сдержать эмоции. Чувство гордости и восхищения жизнью генерал-майора Канамата Баташева можно было видеть в лицах зрителей. Именно на подвиге таких людей должна воспитываться наша молодежь, отметил исполняющий обязанности ректора КЧГУ Таусултан Узденов. Это фильм, конечно же, про героизм, отвагу, мужество, честь. Но это еще история про воспитание и культуру в широком смысле слова. Также выразили благодарность съемочной команде «Кубань-кино» и члены различных ветеранских организаций, а также представители региональной общественной организации «Карачаеланхалк». «Я убежден, судьба Канамата должна была завершиться именно так героически», отметил младший брат героя Мурадин Баташев. Вот этот героический подвиг – это не какая-то случайность, а это закономерность. В фильме они очень отчетливо показали, что весь жизненный путь Канамата, это героический подвиг уже был. В ближайшее время состоится показ фильма «Крылья» в Краснодаре. После кинолента пойдет в прокат. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск.
Умейте раскрыть тему урока и получить бесценный педагогический опыт от коллег. На базе Центра дополнительного образования детей из Черкесска прошел региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года 2023». Участники демонстрировали свое педагогическое мастерство, используя инновационные технические средства. В итоге победителем регионального этапа конкурса стала учитель истории из станицы Зеленчукской Ирина Глазунова. Второе место заняла Ольга Чурсина из поселка Майский, а третье место поделили между собой учителя Фатима Бачаева из 13-й гимназии Черкесска и Белла Декушева из села Римгорское. В Орле прошло первенство России по армрестлингу. Сборная Карачаева-Черкесии под руководством главного тренера сборной команды республики Бородина Эркенова завоевала на этом турнире сразу несколько призовых мест. Это позволило нашим армрестлерам начать подготовку к чемпионату мира. Наш корреспондент Белла Джазаева встретилась с тренером и его воспитанниками, обладателями первых мест первенства России Альбертом Кеншевым и Рустамом Тимерлиевым. Здравствуй, Бородин. Я рада видеть тебя с твоими спортсменами у нас в гостях. И, естественно, я сразу хочу поздравить тебя и твоих воспитанников с очередными победами, с несколькими победами. В Орле состоялось первенство России по армрестлингу. У вас, как всегда, вдохновляющие результаты. Мне бы хотелось, чтобы ты рассказал, сколько деток ты повез, сколько конкретно медалей вы завоевали. Ну и, конечно, поделился впечатлениями об этом первенстве. Туда я повез, как тренер, 24 спортсмена, всего наша команда. Из них 6 спортсменов сделали очень хорошие результаты. Это получается, всего мы заработали 13 медалей. В общем количестве. Получается 4-5 золотых мест. Если посчитать на каждую руку, мы получили 5 золотых мест. Вторые и третьи места остальные уже получается. Вот. Те, кто вошли первое и второе место занимает, у нас абсолютно попадает в состав сборной России. Как нам известно, сейчас Федерация России наша написала письмо, чтобы нас допустили к первенству мира. Первенство мира где-то будет в сентябре, по-моему, или там дата еще неизвестна, будет в Казахстане. Если одобрят, то нашу команду Россию пустят, и мы будем представлять нашу страну уже на первенстве мира и готовиться. Бородин, хочу у тебя спросить на твой профессиональный, уже такой опытный тренерский взгляд. Ребята наши из Карачаева-Черкесии по сравнению с другими ребятами из других регионов, как они смотрелись? Если так посмотреть, вот смотрите, наша команда 24 спортсмена, там остальные Осетия, Татарстан, там многие республики или там города пришли, у них было в составе 80 спортсменов. 40 девочек, например, и 40 мальчиков, очень много. В этом году около 40, по-моему, приблизительно пришли команд на первенство России. И спортсменов было 640 спортсменов всего, на 3 возраста. Это получается 14-15 лет юноши, то есть 16-18 лет юниоры и 19-21 молодежь получается. Вот, очень сильные конкуренты были, очень было сложно. Просто как сравнить с позапрошлым годом, было, по-моему, колоссальное было ощущение, эмоции. Ну, было очень приятно, что вот эти спортсмены, которые Альберт и Рустам в своих весовых категориях, они на каждую руку заняли первое место. И в общем зачете тоже заняли первое место. Это получается, они приехали в нашу республику с 3 золотыми медалями. На каждую руку и в общем зачете получается. Ребята, Альберт, в частности, хочу сейчас обратиться к тебе. Я знаю, что ты с 2019 года занимаешься. Вот расскажи предысторию, как ты пришел в этот вид спорта. Ну и, конечно, поделись впечатлениями о своей победе. С кем ты боролся? Занимался дома. Начинал занятия дома сначала у себя дома, там с подручных этих предметов, как бы там самодельные какие-то. Были тренажеры у меня, и со временем у нас есть такое как бы мероприятие или фестиваль «Игры народа Абаза» называется. Вот я принял там участие и стал там вторым, и после этого я на этом турнире как бы узнал, что есть секция в Саратюзе, и решил вот сразу после этого как бы фестиваля, мне как-то обидно стало то, что я вторым стал,
и решил заняться как бы уже более как бы профессионально подойти к этому. И уже непосредственно вот в зал Сартюз приехал, там познакомился с тренером, там все, и начал заниматься. Вот. Это первенство России прошло как бы, никогда не бывает легко на таких соревнованиях такого уровня, как бы, но в этом году как-то принципиально было мне, потому что соперники были принципиальные, я, получается, в прошлом году уступил двум соперникам, которые в этом году также со мной были, и было принципиально как бы взять реванш, потому что в прошлом году я был с травмами и как-то, наверное, многие списали меня со счетов. И в этом году было так принципиально как бы поехать и выиграть у этих ребят. Как бы. Ну и получилось это сделать. Да. Рустам, ты у нас вообще первый раз в гостях. И сразу у тебя первое место на первенстве России. Это очень хороший результат. Я тебя поздравляю. Мне бы хотелось узнать, как давно ты занимаешься, чем тебя привлекает этот вид спорта. И поделись впечатлениями тоже о первенстве. Ну, изначально я лет с 12 сидел дома, ничем не занимался. Так иногда на турнике дома занимался. И смотрю, там пацаны, девушки тоже занимаются какими-то видами спорта. Мне тоже захотелось, появилось увлечение. Я пошел, начал тренироваться, начали появляться успехи, и я решил дальше быть профессиональным спортсменом. В этот раз у меня все получилось, потому что я в прошлом году тоже ездил. Тогда я занял правое рукой 4-е место, левое 6-е. И это подтолкнуло меня на то, чтобы я смог идти дальше. Я весь год тренировался, готовился, изучал новые техники и добился результата. А как обстоят дела в вашем спортзале, знаменитом спортзале аула Сартюз? Как всегда, занимаемся с двумя группами, маленькими детьми и чуть постарше, конечно. С маленькими детьми специально общая физическая подготовка. Чисто занимаюсь ОФП, больше ничем им нагрузки, ни железа, ничего такого им нельзя и не надо. Вот занимаются, чуть-чуть растают. Вот, например, Рустам тоже, его младший брат есть. Тоже перспективный спортсмен. Кстати, в следующем году, дай Аллах, наверное, тоже будем пригласить, и будет хорошие результаты. Когда они вырастают, давая им нагрузку, я смотрю, какой ребенок преуспевает. И дальше, смотря, когда он занимается, я уже включаю в другую группу, старшую группу, уже занимаюсь именно для упражнениями или тренажером для армрестлинга, чтобы он дальше развивался и чтобы в этом виде спорта показал какой-то результат. У нас, кстати, новый ФОК строится. В этом году будет новый ФОК. Думаем туда переселиться. Будет у нас зал уже, собственный зал. Мы же в школе занимаемся, в актовом зале, там с тренажера, там, чтобы не мешали всем. Не только сальтюзовские, конечно. Вот, например, Альберт Кенжев. Сколько я его помню, когда он приходил, его отец родной или старший брат привозили на машине и отвозили обратно. Вы можете себе представить, что с Кубина, например, тоже в сальтюз вечером приехать и обратно, это же тоже какой-то потенциал же нужен для человека или для отца, для матери. Справа кубанки, с Кумыша там много есть у меня спортсменов. Некоторые спортсмены у меня тоже получилось, вот чуть-чуть не получилось взять места, например. Тоже много хороших спортсменов. Думаю, если они тоже будут заниматься дальше, будут хорошие у нас результаты. Всем рада, пользуюсь этим случаем, отдавайте своих детей для развития спорта, любым спортом. Если он будет вырастать, если он что-то выбирает для себя, найдите такую секцию и пускай занимается ребенок. Тем более сейчас все дети в гаджетах, со всех этих, это очень плохо для здоровья ребенка. И он как-то скованный становится ребенок, знаете, и игры психологически в этом. Так что всем родителям посоветую, отдавайте своих детей спортивные секции, пускай занимаются. Сейчас куда готовитесь? Ты сказал про то, что на первенство мира будете готовиться в Казахстане, но до этого еще есть какие-то у вас планы? Ну, у нас сейчас первенство России, те, кто вошли в отбор, у нас есть все российские соревнования будут, студенческие, может, поедем, Калмыкия, Осетия. Ну, основной шаг мы хотим сделать на первенство России в Казахстане. Если нас пустят, вы знаете, да, с какими? Первенство мира. Первенство мира, да. Знаете, да, какие сейчас обстоятельства у нас в стране строятся? Ну, если допустят, будем готовиться, будем представлять нашу Россию, республику. Если допустят, выступим там. Самый первый этот у нас стоит на кону. Я вас благодарю за участие в нашей программе. И, конечно, желаю новых побед. Спасибо, что нашли время. Спасибо вам.
Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какое будет следующее, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. Хороших выходных и до встречи. В Кисловодском цирке с 11 марта шоу «Звездный круиз». Окунитесь в мир космических приключений на борту звездного лайнера 0+. Мы открылись. Клиника высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Диагностика и лечение на современном оборудовании. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. С 5 по 8 апреля более 350 производителей и поставщиков мебели, комплектующих, фурнитуры, оборудования для мебельного производства на выставке «Юмис». Найдите актуальное предложение для вашего бизнеса. Краснодар. Экспограмм. Юг. Бесплатный билет на выставку по промокоду ТВ на сайте yumits.ru. Какие товары выбрать? Выбирайте товары, отмеченные российским знаком качества. Проверено Роскачеством. Покупайте смело. В телерадиокомпанию ГТРК «Карачаево-Черкесия» требуется журналист для создания и ведения программ на русском языке. Основные требования – креативное мышление, грамотная устная и письменная речь, приятная внешность, хорошая дикция. Наличие профильного образования и опыт работы приветствуются. Справки по телефону 8-928-390-38-89. Государственная телерадиокомпания «Карачаево-Черкесия» приглашает на работу телеоператора. Возможно обучение. Обращаться в отдел кадров по номеру код 8 878 2 220547.